И о ситуации в Мариуполе расскажет Эльвина Сейдбулаева. Эль, здравствуй. Как изменилась обстановка по сравнению со вчерашним днем? К сожалению, Наталья, огонь на рубеже между украинской землей и оккупированной не прекращается. Террористы продолжают обстреливать позиции наших военных. Сами боевики прячутся за спинами мирных жителей. Было время, когда за неделю было 57-58 обстрелов этих позиций. За неделю. То есть каждая позиция обстрелилась 5-10 раз. А сейчас примерно 2-3 обстрела за день. Ничего не было ни одного дня, чтобы не было обстрела. Ну, слава богу, пока раненых, погибших нет. Наши защитники ни на шаг не отходят от позиции, пристально наблюдают за противником. Однако огонь открывать не имеют права. Сейчас действует режим тишины, но, увы, только с украинской стороны. Там у них посадка, там они сидят. Оттуда иногда стреляют. Работает миномет у них. Прилетают сюда. Вот лес. Там тоже находятся, там закопались, видно, и хорошо, и крепко. Ну, что они и стреляют оттуда постоянно. В режиме тишины мы наблюдаем то, что усиливается передвижение техники, приходят туда. 11 танков зашло. То есть мы это все наблюдали. Усиливается количество, скажем так, ихнего личного состава. Они работают из-под тишка. Они боятся прямого контакта. И сегодня мы побывали на одном из блиндажей, где держат оборону наши бойцы. Это укрытие успешно прошло боевое крещение. И когда боевики стреляли по украинским позициям из минометов, в этом сооружении во время могут находиться до 7 человек. Вообще это РПГ-26. Замечательный вариант. Скажу, муха отдыхает. В частности, скажу так, господам наемникам, ребят, очень тяжело вам дадутся эти денежки, которые вы хотите заработать. Очень тяжело. Поэтому не надо лезть к нам на нашу землю. Местные жители напуганы. Раскаты артиллерийской канонады боевиков регулярно доносятся до их домов. Между селами редко встречаются машины. Многие уехали, остались те, кому просто некуда бежать. Сейчас так живем, одним днем. На время хочу пока вывести детей, потому что дети очень напуганы у нас, очень напуганы. Особенно вот это ночные были, когда у нас взрывы с просонки. Прям дети очень сильно у нас плакали. На этом у меня все, Наталья. Спасибо, Эля. Эльвина Сейдбулаева с новостями из Мариуполя была с нами.